Добрый день, друзья! Сегодня июльский обзор предложений и цен на микроавтобусы в Литве. Съемки производились на площадках в Таураге, Шауляй, Плунге, Паневежис и Радвилишкис. Mercedes Sprinter Transfer из Дании, 2008 года, 2,2 дизель, автомат, цена 19 тысяч евро. Volkswagen Transporter 2004 года, дизель 1,9, механика, пробег 252 тысячи, цена 5150. Renault Trafic 2011 года, 2 литра дизель, механика, пробег 238 тысяч, цена 6400. Volkswagen Transporter 2006 года, 2,5 дизель, механика, пробег 391 тысяча, цена 5200.
Opel Vivara 2006 года. Дизель 2.5, механика, цена 3450. Друзья, сейчас мы на минуту прервемся. Хочу сказать пару слов об интернет-магазине запчастей e-zapchasti.rf. В магазине довольно широкий выбор запчастей для легковой и грузовой техники разных производителей и по доступным ценам. Доставляются запчасти по всей территории России. Нужные запчасти можно подобрать самому по каталогу или воспользоваться помощью специалистов компании. Ссылка на интернет-магазин в описании этого видео. Volkswagen Transporter 2004 года. Из Германии, дизель 2.5, механика, пробег 120 тысяч, цена 3800. Volkswagen Transporter 2004 года, тоже из Германии, 1.9 дизель, механика, комбинированный салон, пробег 350 тысяч, цена 5150. Volkswagen Multivan из Дании, 2006 года, 2.5 дизель, автомат, кожа, цена 7850.
Ford Transit из Германии. 2001 года. Дизель 2 литра. Механика. Пробег 222 тысячи. Цена 2250. Volkswagen Transporter из Швеции, 2011 года, 2 литра дизель, механика, пробег 322 тысячи, цена 8100. Volkswagen Multivan 2005 года. Дизель 2,5, механика, пробег 280 тысяч, цена 6800. Renault Trafic 2008 года. 2 литра бензин-газ, механика, цена 6100.
Citroen Jumper 2011 года. 2.2 дизель, механика, пробег 245 тысяч, цена 5000 евро. Mercedes Sprinter фургон 2010 года, 2.2 дизель, механика, цена на экспорт 8250. Рено Мастер из Франции 2012 года, 2.3 дизель, механика, пробег 275 тысяч, цена 5750. Фиат Дуката эвакуатор 2000 года, дизель 2.8, механика, пробег 288 тысяч, цена 4650. Mercedes Sprinter 2011 года, 3 литра дизель, автомат, пробег 421 тысяча, цена на экспорт 7650.
side, let me go by your side. Volkswagen Transporter 2007 года. Сдвоенная кабина, дизель 1.9, механика, пробег 216 тысяч, цена 3250. Opel Vivara из Голландии 2016 года, дизель 1.6, механика, пробег 206 тысяч, цена на экспорт 9300. Peugeot Boxer из Франции 2007 года, 2.2 дизель, механика, цена на экспорт 2300. Renault Trafic платформа 2014 года из Франции, 2 литра дизель, механика, цена 2700. Volkswagen Transporter из Франции. Медицинский вариант, 2009 год, 2.5 дизель, кожа, цена 4000 евро.
Ford Transit из Дании. 2011 года, 2.2 дизель, пробег 271 тысяча, цена 4400. Приспособление для перевозки инвалидов. Volkswagen Crafter из Франции. 2013 года. 2 литра дизель. Механика. Пробег 210 тысяч. Цена 7300. Fiat Ducato 99 года, дубль кабина, 1.9 дизель, механика, пробег 220 тысяч, цена 900 евро. Opel Movano из Франции. Будка, 2013 год, 2.3 дизель, механика, пробег 217 тысяч, цена 9500.
Mercedes Sprinter 516, дубль кабина, 2009 год, из Франции, 2,2 дизель, механика, пробег 260 тысяч, цена 9200. Volkswagen Transporter 2008 года, 2,5 дизель, механика, цена 2300. По документам он пассажирский, а использовался как грузовой. Задняя дверь уже серьезно проржавела. Volkswagen Multivan 2013 года, 2 литра дизель, автомат, кожа, цена 15300. Ford Transit из Франции 2013 года, дизель 2,2, механика, пробег 193 тысячи, цена 5900.
Peugeot Boxer из Франции. Медицинский вариант, 2008 год, 2,2 дизель, механика, цена 2800. На этом июльский обзор микроавтобусов закончен. Смотрите нас, пишите комментарии. Если интересно, ставьте лайки. И кто не подписался, подписывайтесь. Всего доброго. До следующих обзоров.